такие вот внутренности у Хавала Дарго. Ну, вообще, конечно, такая идея брутального квадратненького автомобиля, она вообще-то витала в воздухе. И вот китайцы ее реализовали. Шайба, автохолд, паркинг, лепездрический для ключа. Очень все интересно сделано. Вот такие вот штучки. Вот лиса все ругается. Ну, в принципе, правильно ругается. Комфортно, удобно, высоко. Подушки, в принципе, хватает. Места сзади дофига. Какая-то музыка, скорее всего, Харман. Где это? Big Snake, мам, ну мам. Шум такой же, все. Как... Ну, арки надо делать. Да? Хавейл Дарго, мотор 2 литра турбо, 192 силы. На старт, внимание, марш. Старт, внимание, марш!